Тем приветом, да. А девочки сейчас сказали 100 метровку, да? Не знаю, пока еще нет. Это спартакиад первокурсника 2019. Тахион проводит ее, как всегда, в лучшем виде. Надеюсь, что у всех останутся положительные впечатления. Специальный корреспондент Юлия Пущенко за кадром снимает. Это замечательный праздник спорта. Нам помогает Инесса, Олег Марченко, Валера Кружков на стометровке, Егоршина Вика, Диман Корнеев. Всем спасибо, что пришли. Конечно, Ира Миякиви помогает нам все это организовывать. И Сергей Александрович Шаракин. Ему тоже большое спасибо за это все. Следите за нашим праздником. Всех ждем. Ну, вернее, в следующем году ждем. Пока.